Привет, девочки, привет, мальчики, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре многофункциональная интерактивная игрушка Ферби по кличке Пикси. Эта игрушка уже не первый год очень популярна. Она очень симпатичная на вид, шевелит ушками, светятся глаза и много других функций. Также в нем в комплекте есть здесь смартфончик, который тоже функциональный и тоже работает от батареи, как и Ферби. И сейчас я достаю и пробуем, как она работает, эта игрушечка. Работает она трех пальчиковых батареях стандартных. Вот здесь на спине. Их надо вставить. Игрушка симпатичная, как вы видите. И сейчас вот здесь кнопочка, мы ее включаем. Привет. Как дела? Видите, повторяет она. Пикси. Ну вот видите, может вести интерактивный диалог. Вот видите, может вести интерактивный диалог. Ну, замечательно. Если нажимать тут с боков, она издает различные звуки разных животных. Много звуков. Так, если нажать на эту ножку. Среди всех зверей, однако, людям лучший друг собака. Есть их множество пород. Будки пес своей живет. Сторожить умеет дом. Весело вилять хвостом. На чужих он громко лает. И хозяев охраняет. Домашних питомцев. Дог. Собака.
Это изучение английского языка на этой ножке, если нажимать. Есть кнопочка между лапками, музыка и песни. Если нажать и удерживать, можно сделать громче. Нажимаем, меняем мелодию. Мелодий тоже много. Пикси. Ты запомнил, как меня зовут? Забавное имя, правда? Пикси, да. Значит маленький. Давай поиграем. Пока-пока. Пока. Пока. Пикси. Приветик. Ну, наконец-то ты обратил на меня внимание. В смартфоне три микропальчиковые батарейки. Ну, я думаю, с Пикси все понятно. Скукотень! Может, уже поиграем? И... Сказки, английский язык, звонок, фонарик, подражание животным. Песни. Тут мелодии. А тут повторение. Повторение. Раз, два, три. Три. Ну и громкость тише. Так выключить. Добро пожаловать в веселый сад. Понятно. Игрушка симпатичная, Пикси. Веселая. Сейчас я попробую еще раз включить. Ну, замечательно. Потому она и нравится детям. Замечательная игрушечка. Симпатичная, нравится детям. Популярная. Не первый год, еще раз повторюсь. Очень интересная игрушка. Также заходите на мой канал, смотрите другие видео об игрушках. Не забывайте подписываться на мой канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.